Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Артур и Артём. Привет. Мы продолжаем проходить Diablo 3. Мы находимся на плато воющих ветров, где-то на юга выбрались в кои-то веки. Погреть кости. Да, в чужие. Получается хорошо. Заметь, время 20.12. 2012 год. Это знак. Да, время 23.12. А, ну да. Чёртовые часовые полюса. Короче говоря, в предыдущей серии у нас, как обычно, проблемы с сектантами. То есть у сектантов проблемы с нами. Да, это более будет верно. Мы прервали один ритуал в сокрытом конклаве. Вот он тут находится. Ой, зачем я в него вошел? И теперь нам нужно отыскать... Второй. Тайный алтарь, что ли, какой-то. Давай искать. Снова следы. Снова следы. Ну, вон она у нас следопытом подрабатывает. За копейки, правда, но ничего. Ну да. За сигаретку. За сигарет. На себе премию, да. Две сигарет. Еще и зажигалку. Так, ну блин, у нас прям чуть не пересекаются эти следы с теми. Сейчас. О, моя слабость. Бить скалопендр. Ненавижу скалопендр. Да. Ненавижу! Показывает дальше девочка в купальнике. Кстати, по-моему, только вы по погоде одеты. Да, ты как-то вообще не... Шерстяные наплечники. О, змея, змея. Улетела. Гринпис в шоке. Подожди, это что такое было? Он живой был? Не, просто я до него дотронулся. Я испугался. Дорога. Она сюда. Сейчас, я просто убиваю змей. А, хорошо. Так, вот же следы идут. Или... Где? А, нет. Да, ну да. Или да. Это же старые следы, нет? Ну, тут мы не были. А, тут мы не были, да, все нормально. Вот она по 4 этих насекомых пропускает. Я все 4, как правило, мордой ловлю. Кстати, да. Я просто не особо пытаюсь спрятаться. Гляди, снова следы. А, молодца, снова нашла. А вот мы, похоже, пришли уже. Да. Сектанты прячутся Факт. Внизу. Их ритуал поддерживает. Иллюзию, вот. Говоришь, поддерживает их ритуал. Сейчас посмотрим, что это за Нива. Так, у меня главная цель — это найти Магду. И воткнуть свой тесак. Я уже Белиала намерен убить. Белиал пока мне ничего не сделал, только страшно ругался. Убейте пленников! А вот Магда, я воткну свой тесак в ее трухлявую голову, а потом мы ее похороним. И на могиле вместо Г напишем Д. Ой, нет. Н напишем. Н. Так. Теперь магия темного культа. Потерянная сумка Декарда Каина. Пойдем к мосту. Семь владык преисподней. Я с неохотой пишу о семи владыках преисподней. Те, которые я сказал. Величайших из демонов. Ибо мне кажется, что даже один звук их имени отравляет воздух, которым я дышу. Среди владык преисподней выделяются малые воплощения зла. Это Белиал, Азмодан, Малый, да? И Андриэль, и великие воплощения зла Мефисто, Баал и Диабло. То есть Белиал — это даже так не... Ну не, да. Не элита, короче говоря, даже. Главные, да? Воплощения зла Мефисто, Баал и Диабло мы убиваем во второй игре, в общем-то. А здесь мы, походу, воюем с Белиалом и вот этим Азмоданом. Про остальных не знаю. Пока. Понятно. Так, что еще ты тут хочешь? Отправиться к мосту через Черный каньон. Мне уже хочется из этой пустыни выбраться. Исцелен. Это будет не скоро, я думаю. Нет, тут именно вот с этой. Ага. Скажи, так. Что ты будешь делать, когда с Магдой будет покончено? Беляло, Харина бью. Владык, о, мысли сходятся. У дураков. Интересно. Должно быть, ты и есть тот человек, которого я искала. Почему все на тебя западают, да? Не знаю, нравятся лысые бородатые
Бруталы в юбках. Корона ей моя понравилась. А, да, это намек был такой, да? Так. О, вот видишь, тут что-то у нас. Меня здесь. Я совсем одна. А, это походу мираж. Точно. А вот это походу нет. Ловушка скоты. Нифига так девочка, да, стоит без палева после. А меня неплохо так нарезают, кстати говоря. Трупов. Я не буду этого сейчас делать. Сейчас меня завинтят. О, я вышел отсюда. Че, у тебя там тоже все плохо? Да, меня убили. Плохо. И меня убили. Наконец-то мы огреблись по полной. Так. Тихо, я сейчас добегу до своей тушки. Может, попытаюсь тебя воскресить? Лежи тогда. А если я нажму воскреснуть на месте последнего сохранения, то что будет? Ну, просто вот начнешь с чекпоинта, как я. Сейчас я уже прибежал. Да, я вижу, он ты там уже. О, только они не дадут мне это сделать. Да, я понял. Так что ладно. Тут довольно близко это все. Да. Так, ты, может, отступишь? А то мы так и будем по одному бегать, ловить. А вдвоем мы прибежим. Кстати, да. И что-нибудь да получится. Меня серьезно ранили. Ох. Ёлька-палька. Минус один. Один, минус два. Последний. Серьезные были. Серьезное да. Дерьмо. Неплохо, неплохо. Так, ну зато с ним что-то хорошее выпало. Личники. Как оно ярко все. Да, вот именно поэтому я хочу отсюда выбраться. Ну, ладно, в остальном более-менее нормально. Так, ну потом починиться надо будет, значит. Поэтому я буду сейчас подбирать его. А, обязательно. Так, вот еще один выживший остался. Че это было вообще такое? Что это за девочка была? Ну, это, видимо, просто какой-то мираж нам создали, чтобы мы прибежали на помощь. Я же говорю, вообще не смущает то, что она среди горы останков человеческих стоит. И потом просто банально завалили, заманили на слово. Сколько вас тут? Нужно время. Так, ну надо отметить, что начинаются определенные напряги уже. Скоро нам придется, походу, учиться играть даже. Хоть маленько. А кто так? Сколько их тут? Интересно, актов. Акта 4, наверное. 3. Мне кажется, 3. Может, 4. Да, не думаю, что намного больше. Так. Мы пришли уже. Да, понял. Ну, как раз к тому мосту, по-моему. Настало время рассказать свою историю. Рассказывай. Я родом не из Калдеи. Эти заклинания я изучила 15 сотен лет назад. Сколько? Мы с моими сестрами принесли клятву верности человеку, обладавшему великой силой. Мы звали его пророком. Он обучил нас и погрузил в магический сон, чтобы мы проснулись в этой эпохе. Я послана предотвратить вторжение владык преисподней. Наша встреча — это знак богов. Присоединяйся ко мне. Мне не помешает сильный союз. Малыш, а я? Я же лучше нее. Так, отлично. Свалит. Мост нам открыло. В общем, мираж мы убрали. На самом деле мост-то и существовал, но был создан мираж, как бы, что его нет. Ну, можно было пройти тупо и все. Ну, логично. Видимо, боялись. Бруталы боятся высоты. Все бруталы боятся высоты. Еще на лосы что-то какие-то. Какие-то мощные. Абсолютно песчаные. Да. Ну ты всех поймал этих. Малява. Даже да. Есть такое определенное. Лови. Хорошо. Так, а это что такое? Это у нас окровавленный погреб. О, я уже хочу. О, ты посмотри, я уже не хочу. Собаки едят.
Они меня не заметят. А меня? Тебя заметят. А может, их не надо было трогать? Может быть. Как обычно. Сначала сделали, потом вопросы. Ладно, не важно. Да-да-да. Тут одни бошки летают. Там живой кто-то. Где? Выполз. Мне пришлось спрятаться под гниющими трупами, чтобы они до меня не добрались. Ладно. Трусло. Под трупами спрятался. Так. Мы у него сейчас сайд-квест, похоже, возьмем какой-то. Тут больше ничего нет, да? А, он просто отдал какую-то плюшку. А, ну ладно. Ну, кстати, может, тебе подойдет? Так, что у меня? Нет, тебе не подойдет. Блин, вот этих поясов... Мне почему-то на пояса везет. У меня этих поясов выпадает просто офигительно. Больше, чем всего остального. Так, ну ладно. Нормально так, похарчили надо. А, просто вошли. Так. Найти заставу Хасим. Что дальше? Дальше все по графику. Вот раскидал их всех опять. Так, хорош. О, хороший. Побольше будет, побольше. Так, ну все. Уи! Блин, опять эти следы. Так, по-моему, тут тупик. По-моему, тут не пройдем, да? Да. Придется пройти через заставу. Хасим. Хасим. Подожди. Бройся. А куда подевалась девочка-то? А, ну да, она же. Она в лагерь. Да, сказала, да, да. Что ее можно нанять и делать с ней всякие штуки. Если ты понимаешь, о чем я. И морда этого мистера Бина, да? Я вижу какой-то рычаг. Да, этот встал, жопу почухал. Рычаг подъемника. Так. Во. Блин, я думаю, еще вниз поеду. А можешь его нажать? Блин, нет. Покатались. Да. Тело стального волка Болдена. И ничего на нем нет. Один из стражников просто, чтобы показать нам, видимо, что их здесь не жалуют. Так, ну, тут тоже ничего. Сарайчик закрыт оказался, да. Значит, я думаю, нам с той стороны повезет. Так, подожди. Наверняка. Шо? Шо? Куда побежал? От спринтера не убежишь. Самый хреновый драться с бегуном, да? За сколько бегает он? Оп! О, у нас проблема опять же. Так, давай как-то, я не знаю, сначала слабых. О, у меня уже жизни нет. Пинает нещадно. Так, ладно. Там пока мелочку зато долбишь. Угу. А я пока грибаюсь. А, прикольное умение. Просто себе прокачал. Пока я использую дух, восполняется здоровье. Поэтому проще. Так. Блин. А, что-то же надо делать. Что-то же надо делать. Так, мы одного заколупали. Осталось еще... Еще... А, вроде же успел пополнить здоровье. Так, ну у тебя же тут прям чекпоинт, да, сейчас будет, по-моему? Не исключено. Ой, блин, их еще пришло. Жора, я боюсь, Жора. Отлично. Ко мне. Нужно еще время. Еще минус парочка. Ну почти. Блин, они телепортируются тут. Не, они телепортируются, я их просто так возле себя собираю. Нет, вот это на нем прям написано было, что он телепортируется. Он постоянно исчезал, когда только замахивался на него. Ну, вот эти ребята в таких количествах, это уже не очень весело. Ладно. Ну зато
прибавляет интереса. Но зато и опыта прибавляет. И это тоже правильно. Сколько у меня прибавилось? Почти 2 отделения, по-моему. Я даже не обратил внимания как-то. Да я тоже особо не смотрю. Вампирский двусторонний колун сосредоточенности. Неплохой тесак, кстати. Тебе не нужно? Ну... 24. 24 давай. Все, без разговоров. Он двуручный, наверное. Ну, наверное. Так. Так, ты что, телепортируешься в город? Ой, простите. Я не ту кнопку нажимал. Здесь, похоже, кнопка R, это телепорт, что ли, какой-то? Я просто... Кнопка телепорта. В темноте не вижу нифига. Кнопка так. T. 24. Я думал, 24. Да, 24. Не, так-то у меня даже получше. У меня атака в секунду. 1.30. Ну, продаж. Это 1.20. Пика. Пика тоже отстой. Так, мы, похоже, на туда сейчас пройдем. Да. Что-то у меня нет особого желания туда перепрыгивать, потому что в последнее время как-то уже... Да, это не к добру. Не, ну послабее все-таки. Блин, ну, как послабее? Ну, да, послабее. Тоже более синие. Синюшные. Ага. Что так. Такое? Обхват, это что такое? А, это... Кто? Нормально ты его так швырнул. Шатал. Он об стенку ударился, еще кувыркнулся своим визгом. Так, там слева опять один из этих. Слева? Ага, даже двое. Надзиратели. У меня закончились зелья. Чё-то их тут дофигища, он как-то забахал, что ли, всех. Тихо, ребята. Надо, ребята, я вспомнил дорогу. А как насчет того, чтобы подлечиться? Не вопрос. Во. А вот кто это делает. А кто это такое? Кто это такое? Что ж ты делаешь, скотина? А кто это сделал? А, чуть-чуть не хватило. Так, эти мои. Надо опыт поднять. До последнего уровня осталось. Чуточку совсем. Что значит до последнего? Ой, не до последнего, до следующего. О, пият. Это опасно. Так. Пият, конечно, опасен. Еще и призывает, Гаш. Но это без него хватает. Промах. О, грызут потихоньку. Неизвестный науки зверь. Достижение. Тебе тоже такое же дали, да? Все. Спустили его с лесенки. Перед лицом. Че, левелап? Да, надо посмотреть, что там. Ох, аж 3 сам. Ох, блин, не вовремя. Да ладно, я тебя подстрахую. Окей. Так, ладно, смотрим. А там еще летят. Ладно. Я их принял. Волну увечий подкачаем. Звучит? Угрожающий крик. Щит я не буду себе. Варвар подкачивать. Испускает дикий вопль, который уменьшает получаемый урон в радиусе. Хорошо. Монах быстро перемещается от противника к противнику, нанося 770% урона от оружия за 7 ударов. О, 7 сторон света называется. Нормально. Джекпот, в общем, не разыгран. Смотри зато как. Это потекло по штанам, по-моему. Нифига. Это было круто. Что у тебя там произошло? Сейчас, подожди, перезарядить. Это ты швыряешь или я швыряю? Нет, это ты. Может, я не знаю. Нет, это я швыряю. Я бью, и он еще в это время посылает по кому-то своей непонятной штуке. Меня ранили.
Ой, меня покосили даже. О, надо прийти в себя. Нормально. Нормально. Мне лучше. Нормально. Блин, вот эти паршивые надзиратели, они, надо сказать, козлы те еще. Заметил, да? Так, кожаный пояс 37-12. Латексный пояс я больше люблю. Так, лучше не продолжать, да? Ох, разлетелся. Нужно время. Need more time. Песики. Так, хорош. Песики. Хорош, песики. Я ни хрена не понимаю, что ты говоришь. Ты хоть говорит слово понял из того, что он сказал. Блин, я по змее попасть не могу. Тут такой побоище идет, и я бегаю за змею гоняюсь с тесаком метровым. Мы нашли куда? Подожди. Это не застава Хасим, явно. Пойдем. Зато портал прикольный какой-то. Во. Круть. Так, что-то мне как-то не по себе. Да, давай, иди первый. После в пустыне. О, блин, новые враги. Отлично. Змей колдун. Я еще не готов. Был бы такой крик, что ты кричишь, а врагам хуже стало, а не то, что войнуешь. Типа там, как ты говоришь, по ноге потекло. Кирпичей, так кладочку-то ровненькую положил. Блин, да ты не берешься. Нужно еще время. Нормально. Шедевральная оконемелая. 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 Палица. Тоже язык уже какая-то, да? О, его толкнуть можно, нет? И посмотреть вниз. Нет. Зато можно разломать церемониальный стол. Я думаю, из него еще полезет что-нибудь. Нет, золотишко. Ну ладно. А все, мы пришли, походу. А, похоже на то. Ой, глянь, там рой. Жалящая мушкара. Новая запись. Хеджистанские пустыни поражают своим величием, простором и обилием жалящей мошкары. На первый взгляд эти паразиты кажутся безобидными, но на самом деле они переносят множество заболеваний. Однажды в мой сапог залетела одна мошка и занесла заразу, после чего моя нога раздулась до размера спелой дыни. Нифига. Что за ужасные создания. Спелой дыни. Ага, а мы-то не пришли еще, оказывается. Да, я тоже смотрю. Еще и идти. Ой, а тут что-то синее. Вау. О. Что за нафиг? Сторожевая база. Странный, похоже, да. Турель, короче. Опять пауки. Это магически. Шоковые паучки. Угу. Так, мы... А мы довольно уже много прошли, кстати, да, говоря. Так, тут я не прошел. Я думал. Не знаю, на мой взгляд, что на первый, что на второй взгляд, эта мошкара, по-моему, опасна. Не знаю, что они там говорят, что на первый взгляд она не опасна. Да, уж это точно. Такие тараканов увидеть. Рой целый. О, паучки, надо давить. Ах, больно жаль. А, меня убили. Фига себе. Вот меня эта мушкара и убила. Как так? Че, ничего. Ты там разберешься или мне этот? Да вроде как нормально, пока разматываю. Сейчас, вроде все. Сейчас приду. Ну ладно. Согласиться на воскрешение. Нет, я не согласен. Ни за какие ковришки. Да, уже начинаю подуставать. Что-то уже этот...
прицелы сбили мне. Да, есть такое. Зарабатывает достижение, еще не мертв. Блин, мне надо, чтобы тебя тоже убили. Я тоже хочу достижений. Почему все достижения тебе? Ну, я не знаю. Любимый ребенок в семье, да? В короне. О, невидимо, больно. Генератор поля, скрытность, от хищников стырит. Тебе везде хищники мелечатся. И в Assassin's Creed, и ты первый делал такой. Здесь, говорит, трансформеры или хищники, одно из двух. Ну, а по-любому, ну сам посуди. Кто мог еще такое выстроить? Ну да, больше некому. Так, я чувствую, сейчас будет эпик батл. А нет. Ну опять это мушкара. Меня ох, меня сейчас опять убьют. Семерых уже... одним махом достижу. Уже просто офигенные монстры. И это круто. Блин. Так, как насчет подлечиться? Не-а, никак. Все, меня свернули. Блин, тут летает мушкара опасная. Она, по-моему, с трех ударов мне. Ладно, я сейчас быстро появлюсь. Ну как быстро? Нет, не быстро. Так, ладно, спринтануть бы надо, конечно. Подожди, чего я не лечусь? У меня зелья кончились, что ли? Нет, у меня их дофига еще. 17 штук. Они у меня просто в быстром слоте закончились. Туда, оказывается, прям складывать надо. Что-то там живое еще? Да, пока отмахиваюсь. Просто тут рой мошкары. Да, вот очень там сильный. Эпичный рой мушкары, он меня и свинтил. Если около него застоишься, все может очень плохо кончиться. Так, надколотый аметист. Так, все, я почти дошел. Наверное. Окей. Okay. Нет. Еще далековато. Даже с самого начала локации, наверное, да? Ну да. Так, ну вот, все, пришел. Острое кольцо. Было у меня острое кольцо. Фигу та-та еще. Да, да, да. Так. Священная книга со знаком медведя. Нормально, для чего она тебе? А магу, наверное? Плюс 28 живучести. Спутник. Требуется 18 уровень в любом случае, поэтому пока не узнаю все равно для чего. Ну, почти. А, ну да, уже 17. Ой, тут опять охранная башня стоит. Мочим. Мочим. Все, сломали. Шо? Вот почти дошли, по-моему, на этой локации до конца. Похоже. Так, тут что? Хоть один я сломаю. А то все ты да ты. Так, да. Здесь уже тупик. И там еще была небольшой подъемчик. Тут сейчас небольшой, а тут еще бабах так, как раздастся. На пол. Зачем ты это сказал? Ну, было весьма на это похоже. Ну, тут тупик уже проще. А тут сейчас пара коридоров, тысяч. Не, там мы уже были. А, нет, смотри. Вы кто такие? Я не узнаю вас, блин. Змей-колдун. Колдун трава. Так. Ты смотри, она не кончается. Уже почти пришли, уже круг сделали. Ну опять мои любимые знакомые пришли. Я и смотрю, понравилось. Они меня жрут почему-то очень быстро. Не знаю, понравился ты им, наверное, очень. Зелен. Жизнь у меня от них просто только так, только в путь уходит. И это, на мой взгляд, достаточно. Вот там еще. Вот сейчас мы, похоже, будем огребать, да? Не исключено, да. Хотя... Не знаю, с ними у меня полегче идет.
чем с этим. Аналогично. Гнусом всяким. Победа над элитой. Отлично. Говно вопрос. Я чувствую себя лучше. Ты! Сколько там ты... Не могу взять этот предмет. У меня уже битком, походу. Кожаный. Ладно, я даже не буду больше ничего брать. А смысл? Так, погодь. Здесь есть стол соревнования. Ну, я тебя хочу обрадовать. Тут еще ниже уровень есть в этой пещере. Нормально. В принципе, пещера интересная. Ну да. Только, блин, это такой спуск. Ну его нафиг. Я больше не унесу. Давай, наверное. А, спуститься хочешь? Давай. Завершим на этом эту серию и сейчас отдохнем, потому что я уже... Да, уже усталость. Это какая? Шестая подряд уже, да? Да, ну как раз на неделю. И отдохнем, да, потом продолжим. Найдем заставу Хасим, когда в следующий раз сядем записывать. Ну, мне понравилось. Вообще, вот как-то вот то, что мы сегодня прошли, по-моему, был просто эпик пёр. Да, особенно тот ролик вообще оставил впечатление такое сильное. Да. Вообще, игра, несмотря на все... И, ну, именно в кооперативе, конечно, она по большей части раскрывается. Видно, что под кооператив она затачивалась по да, большей части. Да, веселее, интереснее. Да, веселее, интереснее, тем более в хорошей компании, как у нас. А, так что давайте тогда увидимся в понедельник. С вами были Артур и Артём. Всем пока. Да, всего хорошего. Пока.